А население Чамчирского района озабочено другими проблемами. Жители нескольких сел накануне блокировали железную дорогу и не пропустили 13 вагонов с углем. Они возмущены сильным загрязнением реки Галицга. Виновником экологического бедствия является турецкая фирма «Тамсаж». Она занимается добычей угля в Токварчели. Местные жители требуют прекращения работы компании, а также реакции осухумских властей. Этот вопрос мы намерены поднять в двухстороннем формате с Турцией. И мы надеемся и рассчитываем на весьма конструктивную позицию Турции, которая, несомненно и неоспоримо поддерживает нашу территориальную целостность. С другой стороны, конечно, этот инцидент подтверждает еще раз, что продолжающаяся оккупация Абхазии повлечет за собой еще много таких инцидентов, то есть когда какие-то несерьезные субъекты занимаются незаконной деятельностью, которая влечет за собой разные последствия.